Компания ADEMS с радостью сообщает, что ряд полезной оснастки в нашей мастерской пополнился приспособлением для правки абразивных дисков – ADEMS Helper. Многие мастера согласятся в том, что работать с точилом, у которого неправленные диски, некомфортно. А если необходимо сменить диск на тот, который требуется? И это зачастую становится большой проблемой, так как достигнуть идеального результата по минимальному биению вручную без какой-либо оснастки очень тяжело. А ведь замена диска порой очень необходима по износу или по соображениям зернистости. И именно в этом к вам на помощь приходит ADEMS Helper. Сочетание поворотного стола с индикацией угла поворота, держателя, алмазного карандаша и крепежа позволит многим профессионалам оценить его незаменимые качества. Разработанный специально для станка ADEMS Pro, ADEMS Helper может быть использован для любого другого подобного точила. В этом видео мы покажем, как можно его использовать на нашем станке ADEMS Pro. ADEMS Helper имеет возможность устанавливаться и на обе стороны точила. Нехитрыми действиями высвобождаем установленный на точиле абразивный диск, откручиваем и снимаем его с вала станка. Устанавливаем тот диск, который необходим. Диск устанавливается между двух шайб на посадочную втулку, в нашем случае стандартную. Фиксируем диск. Включив станок, видим сильное биение диска. Это обусловлено его геометрией, править которую и поможет ADEMS Helper. Собираем алмазный карандаш. Вкручиваем карандаш в отверстие держателя. При таком положении нам удобно будет поправить периферийное биение диска. В данном видео мы исправим геометрию только одного установленного диска. Монтируем хелпер на плиту и фиксируем его винтами, входящими в комплект. Перед затяжкой винтов убедитесь в правильном положении хелпера. Поправьте его при необходимости и протяните винты. Мы установили хелпер с той стороны, где будем менять геометрию диска. Устанавливаем держатель в направляющие поворотного стола. Держатель свободно перемещается в направляющих кронштейна. Избавляемся от периферийного биения. Вращая, подводим алмазный карандаш к абразивному диску. Как видим, биение слишком большое. От него-то и надо избавляться. Включаем станок. Вращая алмазный карандаш, подводим его к телу абразивного диска и ведем держатель, снимая часть абразива. Возвращаем держатель в исходное положение и повторяем снова до тех пор, пока биение на периферии не будет вас полностью удовлетворять. Как видим, результат достигнут. Следующая задача – правка торцов абразивного диска. Меняем положение алмазного карандаша в держателе, вкручивая его в другое отверстие. ADEMS Helper легко избавит от торцевого биения абразивного диска как с внутренней стороны, так и с внешней. Как видно, биение с торца диска очень большое. Избавимся от него. Действия очень простые. Включаем станок и, подкручивая алмазный карандаш, выдвигаем его к телу абразивного диска. Держатель вводим от периферии диска к его центру и обратно.
Действие повторяется до тех пор, пока торцевое биение полностью не будет вас удовлетворять. Результат перед вами. Так-то лучше. Но это не все. Adams Helper может поправить абразивный диск под заданным углом. Полезная функция для многих мастеров. Поправим диск под конус. Начнем с левой стороны. Выставляем указатель на угол 45 градусов. Фиксируем рукоятку все тем же держателем. Совершаем возвратно-поступательные перемещения по направляющим стола. Когда алмазный карандаш вне тела диска, выдвигаем его и начинаем правку. Процесс правки длится до тех пор, пока вы не достигнете нужного результата. Теперь меняем положение поворотного стола на 90 градусов, фиксируем и делаем угол с другой стороны. Повторяем действие. Движения должны быть плавными. И не старайтесь снять сразу очень большой слой абразива. Вот и все. Идеальный результат всего за несколько минут. И это из диска прямого профиля. Просто, быстро и очень надежно. Сочетание станка для заточки ножей и ножниц Adams Pro и приспособления для правки абразивных дисков Adams Helper первое уменьшит время на подготовку станка к работе, что увеличит объем и качество затачиваемого инструмента, а соответственно приведет к повышению прибыли. Второе позволит восстанавливать любые, даже испорченные абразивные диски, не тратя деньги на приобретение новых. Adams Helper должен стать незаменимым помощником и в вашей мастерской. Надежная конструкция будет долго и верно служить во благо вашего бизнеса. Adams Helper – самое необходимое всегда вовремя.